Так, ну я чувствую, что босса-то как бы бесполезно бить, да? Ну окей. Ну, может, водой его будет нормально бить? Криса еще какой-то титул дали. Ну, смотри сам. Вот, типа я сделал разрешение сейчас повыше. Так, не сюда. Ты можешь просто пробежать. Там, по идее, уже босс должен быть, в теории. Ну да, босс. А почему у него две катаны? А, ну вот, да. Тот слон, которого я слышал. А, он с двумя катанами. Мое любимое говно. Что-то мне, по-моему, мой самон мешает. Он... Да, он его... Он не дает мне его захватить. Ай! А где захват-то его? Что-то он слабый вообще. Мне этот мудила мешается, серьезно. Я бы его проще убил без этого мудилы. А вот серьезно, он мне тупо мешает. Или будет вторая фаза? Не будет второй фазы? Это все? Босс уровне... Я не знаю, у меня босс пред этого... Ну, два против одного, игра не рассчитана. Людей такой расклад тупо аннигилируют. Ну, два против одного, да. Ну, кто ж знал, я-то думал, что здесь демон будет. Ну да, это что-то это вообще не очень. Да не, он как человек был крайне слабым, вот серьезно. Как противник. Вообще не почувствовал. Ладно. Так сказали бы мне, что здесь человек будет. С человеком хоть бои прикольнее, чем с демонами.
血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。 寸縁三に栄えしよくやる。世の亡き後は盟友らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝え、新しき世の先駆けとなれ。 Не знаю, с демонами намного жестче все было. А демонов у меня прям... С демонами прям у меня жопа горела на некоторых демонах. Там еще будет гореть. Брызга! Сгезо, Хиденоджи! Йошимото ты нова, Токайдо и Чино Омуно Нанда! Кикоэлка! Йоманно Гунзега Нигетекзо! Мамушидому на Меокакета Риюа, Коридеалка. Ну, не знаю. Пока у меня горит только от того, когда на меня нападает сразу несколько противников, потому что я банально не могу их в таргет брать. У меня начинает просто колбасить экран по-черному, потому что я играю на клавиатуре с мышкой. И это меня просто дико бесит. То есть два противника — это все. Надо отрубать автоприцелы и пытаться хоть что-то как-то их убивать. Котейка. Котей, кстати, прикольный. Котей мне прям очень нравится. Токичиро. Кёжо э исоги наса. Коури но йо на онна да на. Го кацуяк да то ките имасу. Ани о. よろしくお支えください。 Это лиса или волк был? Пом лиса, но не важно. Так. Окей, локон самурая, лок мастер лучника, кираса на бедреньке. Окей, для получения определенных навыков оборотня. Подождите, так у меня ноль. Чё-то такое. Лишь железо, превосходное, превосходный слиток. А, ну, видимо, это локация для фарма, да? А-а-а. Смотрите, у меня... А, отпустило меня. Я уже думал, все. Финита ля калимения, Додзин. Так. Облик Юкая призрак. А, призрак появился.
хижина в другую хижину? Что? Какую хижину? Хижина самурая. Усложненная лока. Качественный умбрицит нужен для рерола перков оружия. Прикольно. Кувка. Так, а что там у меня появилось? Не знаю, катаны мне очень не понравились. Я не знаю, что с ними не так. А вот, кстати, прикольная херовина. Рок-клинок. Уникальные, что ли? Видимо, надо этого идти фармить. Нет, 10%. Я извиняюсь, как это должно влиять на мою меткость. Урон в средний. Урон индикатор. Прям вот эту штуку надо делать. Так, я там что-то интересное выбивал. Это интересно, эти. Короче, миллионов демонов. Демоны воплотит. Фигня на самом деле. Странная штука. Так. Там где там маска была, которую я выбил. О, вот она. Шанс выпадения при человеке 4%. Ну, такое себе. Так. Что-то у меня опнулось. Самурай опнулся, но самурай я не буду сейчас качать. Экипировка. Просто там лук. Снижение силы атаки. Блин, это, кстати, хорошая штука. Пролом. Что за золотой юноша? Окей. Так, я не помню, где там L1, R1 смотреть. Какая кнопка-то, блин? А, вот эти вот. Вот они. Урон лука. Урон лука плюс 20%. А. С этого мастера-лучника довольно неплох, неплох. Ну, кстати, самое, наверное, то для ПК-версии. Урон луков 20% плюс. Ладно, пока смысла, наверное, мини хотя. Ладно, менять, да. Так, смотри, что выпало нового. Ничего интересного. Можно фармануть мастера лучника,
но он тяжелый очень. Ну, у меня как бы выносливости-то немало же. Вроде как. 14.37. Ну, давайте посмотрим, что там. Это тяжелый очень. Кон 2.8. Не, ну, чтобы фармить шлем мастер-лучника, мне надо фармить того парня. У босса, перед боссом который. Это как бы немного напряжно. Да еще плюс 1, сопротивление воде, защита. Ну, прикольная, кстати, штука. Ну как, 5.3. Там есть пробочка из самого босса, может выпасть рецепт крафта. А, там побочка есть на мастер-лучника. Ну, типа, можно сходить попытаться, как бы, на мастер-лучника что-то выбить. Не, ну, мне понравился, в принципе, сет мастер-лучника, довольно прикольный. Так, ну что тут доп. Задания какие есть? Ошибка в расчетах. Доп. Задание. А какое? А вот основное. 43-й, кстати, уровень. Давайте сюда сходим сначала. Это типа против людей, что ли, чисто миссия? Твердолобы и вагавы — это пабочка. Типа что, против людей, что ли, я буду воевать сейчас? Так. Да тут только люди. А-а-а. Типа миссия исключительно с людьми. Я понял. Был половину разобрать этого говна, конечно, 27-й. Урунки в ближнем бою. Блин, знаете чё? Чё там для мёди парлича надо? А, талисман выстрела молнии, талисман подрыва, увеличит дальность действия очищения. Или подождите, или это ниндзя? Это ниндзя, по-моему. Кунай. Дзюцу. Противоядие. Да, это дзюцу. И эту дзюцу, ну ладно. Дзюцу так дзюцу. Мне два дзюцу надо, по-хорошему. Окей. Так. Пороховую бомбу убираем. Отвара только два, кстати. Я могу юзать, это плохо. Так, смонт молнии мне не нужен.
Талисман вампиризма, наверное, было бы неплохо сделать. Не, ну если только люди, тогда это вообще easy мод. Как бы. Как бы люди абсолютно не противники. О-о-о-о, ниндзя! Вот за что я люблю кать... Да-да-да, я понял. Давайте всех соберем. Давайте поиграем в покемон, собери их все просто. Вот как бы, вот по этой причине... Кто-нибудь может соло, ты знаешь, как пофиксить этот баг, чтобы прицел скакал по целям, потому что... Как только на меня выходит более чем один противник, это начинается просто пиздец. Я забыл, кстати, купить. Ага. Лол. А почему я в нижнюю стойку встал? Какого хрена в нижнюю стойку встал? В интернете не пробовал найти причину перескока целей. А причина перескока целей — поворот мышкой, потому что она игра считает, что это поворот стика, если что. Ядрита, народ туда бежала. Ладно, ладно, это, вот это уже опасно. Дамаг. То есть они сделали кнопку переключения цели, но не убрали эту функцию с поворота стиком. Да, они не убрали. Я уже перепытался перенастроить эту фигню. И получилась фигня, открытно говоря. Ну-ка, я не знаю, я сейчас, конечно, погуглю, но просто я говорю, я не могу из-за этого вот никак вообще драться с большим количеством врагов. Я не знаю. Мать его, сложность этой игры только в том, что, мать его, на ПК невозможно драться с большим количеством врагов одновременно. Управление и так сделано из рук вон плохо. Да я не сомневаюсь, что тебе нормально на джойстике.
А мне вот нифига не норм. Поэтому, как бы, блин, когда начинается вот эта фигня с несколькими противниками, у меня начинает гореть жопа. Потому что я не могу просто сражаться с несколькими противниками, прицел начинает телепортироваться. А, я понял. Я не в того выстрелил, да? Ай. Сол, если не сложно, погугли, из-за чего такая херь, потому что я уже просто не знаю, что с ним делать, как бы. Потому что я реально, я не могу сражаться вот с тремя противниками. С тремя это вообще полный ад. Давайте посмотрим, фиксы есть какие-нибудь, уже нет. Если фикс. Нестандартные мониторы. Это нестандартные мониторы. Файлы. Корректировка. А, во. Погодите, что-то написано. А, они это исправили, но так как у меня... Короче, я понял. Но так у меня Torrent Edition, короче, все печально. Они фиксанули уже мышку на себя. Ну вот так-то. Ой, сейчас, секунду. Ну да. А что ты хотел? Сол, ты же мне игру не подарил? Приходится вот крутиться как могу. Они как раз... Какая-то версия у меня? Я себе ее подарил. Ты мне подари еще для справедливости ради. Не, сейчас, может быть, там патч есть просто. Да, они выпустили маленький патч как раз, который все правит. 0.1, вот он. А можно мне только это? Версии игры. Фикс для игры в мультиплеере? Что? Ай, блин, ну я не знаю, типа, стоит, не стоит мне. Ну давайте тогда я, наверное, тормозну стрим, пойду поставлю новую версию. Там уже будем смотреть. Я сейчас боюсь, я поставлю новую версию, у меня все сейвы полетят. И тогда я загорю нафиг. Не должны. Ну, я очень надеюсь, что не должны. Но
Ничего, сидим, ждем. От кого хоть раздачится? Ну, сидим, ждем. Но качаться будет всего-то один год. Один год, 30 недель. Ну что, ребят, годик стрим подождем. Не, конечно, вдруг у меня есть появились деньги. Сейчас посмотрю. Чё так плохо-то? Ну видишь, я ноунейм стример, меня никто не смотрит, кроме тебя. Поэтому я не могу себе позволить покупать разные игры. Поэтому так и плохо. Ой, логин, пароль. Я не помню своего логина. Давайте просто проверим. СМС сегодня придет? Че? Че, погодите, они звонят теперь? Да я тоже таким был, но потом нашел лазейку в системе, называется работа. Это работа для слабых. Понимаешь, работать все гораздо, а ты давай без работы. Не знаю, сидим, ждем, пока скачается что. Ну, без работы только на майнинг ферму в кредит и молится, чтобы Эфри не просел по цене. Да вообще не говори. Ще, блин, не говори, как так жить-то? Ну, не знаю, короче, я не знаю, имеет смысл стрим продолжать или не имеет смысла продолжить стрим? Сейчас цены бешеные. На моей 1060 минус. 70 баксов в месяц. Ну да, 70 баксов в месяц такое себе, знаешь. Карта за 200 баксов.
Карта за 200 баксов? В смысле, карта за 200 баксов? Ну, хорошо, карта за 200 баксов, молодец. А ты учитываешь стоимость этого? Стоимость энергии, которую там прожирает твоя видеокарта? Я не знаю, где там живешь, что у тебя электроэнергии нет, не тратится нифига. Я ее покупал, когда она по минималке стояла 1015 рублей. Ну, 15 тысяч рублей, так это круто. Сейчас таки... 70 баксов это с вычетом электрики. Ну, хз, как бы стрёмно насиловать электричество старого, старой моей квартиры, знаешь. Сколько вообще нерв второй стоит? Давайте посмотрим. До хрена он стоит. Да, я тебя не подписываю. Карт шас и так не купить. И сам втихаря надеюсь, что всю майнеры свалит на Луну. Сбацайте уже квантовый компьютер, и все майнеры свалят куда-нибудь подальше. Не, ну что будем делать-то? Все забавы. Что там по скорости? 55 минут. Ну как бы я не буду уже час сидеть, я сейчас спать пойду тогда. Потому что час сидеть на это бред. Причем после этого мне еще надо переустанавливать. Не ух. И молиться, чтобы не слетели сейвы. А есть просто отдельно патч? Ну, ты можешь продолжать играть в старую версию. Знаешь, когда ты не можешь драться одновременно с более чем одним монстром, это ужасно. Почему нету отдельного патча? Серьезно, ребят. Ну да, вот они пофиксили. Следующим патчем они пофиксили мышку. Как раз. Ну да, у меня очень горело от того, что... Когда... Вы сами, господи, видели, что происходило с мышой, когда...
Я встречал более чем одного противника. У меня камера начала крутиться вокруг своей оси. И упаси меня, блин, господи. Не успеть отключить вовремя прицелку в этот момент. Ну что, сидим, ждем. Да, ходить по мемасикам, это, конечно, такое. Во время загрузки. Ну чё. Осталось 53 минуты. Уикет присоединился к друзьям. Спасибо за фоллоу. Как мы видишь, сегодня у нас на стриме Гудат Малевича. Прямоугольник Малевича. Не, как бы, знаешь, чем мне заняться? У меня вот тут Аркнайт и есть. Не, можешь, конечно, в Этериал пойти поиграть по фану. Делать все равно как бы нехрен. Сейчас я пну своим знакомым, может, они в Этериал пойдут на пару каток. В симулятор поиска матча. Иди делай. Но, Хамфти. Тебя не хватало. Ты еще не принял свои таблетки? Хамфти, почему таблетки еще не принял? Почему ты еще не спишь, Хамфти? Господи, как мне нравится у них патч в Таркове. Я понял, почему я периодически не слышал, как парни ко мне подходят по лестнице. Потому что это был очередной баг, и ты не слышал, как они ходят по железной лестнице. Да, да, блин. Да, да, да. Я тебя понял. Как будто перемещается по воздуху. Это, оказывается, был баг. То есть можно было бочком выходить беззвучно по лестнице. Лол. Кто не знал.
К зверям? Ну, иди к зверю еще. Я ну, еще 50 минут не буду ничем занят. Мне надо идти перекачивать новую версию игры. Здрасте, я ваша тетя. Еще 50 минут. Почему я зверя, кстати, не вижу? Не может быть, чтобы я от него отписался? Да нет, я от него точно не подписывался. А, нет, слушай, я от него отписался. Как так? У нас бабла. Точно, пойду стоять звери 50 минут. Что поделаешь? Он фигачит какую-то фигню. Ау. Ему не больно. Это дракон. Сейчас какой-то слабый дракон, который отлетает от выстрелов луков. Ну что поделаешь. Не, я могу включить что-нибудь, я говорю. Ну что, Сул? Пошли в Геншин, там вроде Tower Defense подвезли, я слышал. Я забил на Геншин. Слишком много гачи. Гачи Геншин всегда было много. И с этим ты как бы ни черта не сделаешь. 1666 рублей. Печаль. Не, ну а что ты мне еще предлагаешь? Предлагай! Я тебя выслушаю. Чем мне заниматься 50 минут? 1600, не ох. Да, 1600. Нех. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, не то. Ну, кстати, да. У меня аж на 8% дешевле. Странно. На 8% дешевле? Вот так вот. Сидишь, никого не трогаешь. Нормальный там. Я вас понял.
А давайте что-нибудь поиграем пока. Ладно, погнали в Геншин тогда. Я не знаю просто, сколько там еще будет качаться. 42 минуты. Не, мы, конечно, Stoneshard поставить. Но Stoneshard как бы на 50 минут такое тоже заходить. Знаю, во что мы пойдем. Как раз 50 минут хватит, чтобы слиться. Вот во что мы пойдем. Старый добрый Пит. Как раз на 50 минут. А я тут вот так еле живой, кстати. А, это забавно. А чё там меня прифигачило-то? Урона. 4 урона. 5 урона. А, у меня реактор подыхает. У меня еще энергии нет. Я вспомнил, в чем у меня здесь была проблема. У меня энергии не было здесь. Электроид. Как, мать, тебе больно?
Лов-дерсерк. Все, он берсерк у робота. Давай, с Дрейни, пожалуйста. Себя, естественно. Че я буду, блин? Ай. Че я буду пытаться не себя, блин? Так энергии ни хрена нет. Не, ну блин, а чё крафтить-то? Крафтить-то ничего. Интересно, а роботы могут? Negative human? Окей. Это было интересно. Ну, 5 энергий чек, как бы. Ой, эту штуку бы не сломать, конечно. И не сдохнуть бы еще. Не успею одеть. Забьют просто. Вообще, по-хорошему, робот должен уметь сливать энергию с абсолютно всего.
Я понимаю, блин, что... Три больно-то как? Могу сейчас отъехать. Бля, я и хиляться не хочу. Ладно, наверное, придется. Так вот. Че я тут качал вообще, кстати? Это я явно качал. Карпас систем. Отлично. Сейчас придут мне лицо ломать. Уже, блин, прилетели. Тело разваливается. Ну, что-то я сомневаюсь, что мутагены. Да ладно. Стоп.
Это уникальная ачивка, что ли? Серьезно? На робота работают мутагены? Так, ладно, это интересно. He has enlarged my mind. Слушайте, ну у меня же магнитик, органик, материал. У меня же нету этого. Где он это вообще взял? Семьдесят четыре хода еще. Не, ну лапик как бы брать не буду, потому что бред. Грен не пытался кидать. Симически переработали и немного. В теории он должен был пытаться меня гренами забросать. Из вас мимик? Угадал. Естественно, я сам не подорву сейчас. Не подорвался.
Что-то я сомневаюсь, что я смогу. Живучее говно. Давай, мне нужна хорошая броня. Я уж думал, эта броня — это легенда. Хорошая тяжелая броня. Да, только она на медиум, она в два размера меньше, чем моя. Поэтому дикий штраф. Брынь, конечно, классно нашел. Сам 60 брони маловато, откровенно говоря, будет. Медиум. Здрасте. Здрасте. Я ваша тетя, да? Переконвертить. Блин, конечно, все классно. Все дела. Да какого хрена с меня сразу выстрелил? Ты считаешь вообще нормальным, да, меня с конфьюза попадать? То есть зафиренный, конфьюженный и, естественно, твоя мейновая цель и я. Ну, кто бы сомневался, блин. Кто из вас самый опасный? Охуеть, сейчас меня будут разваливать по-черному. Чем минус пол армора сейчас будет. С ними хрен что сделаем. Ёп. Твою мать. А
что ты там сломал? А, я тебя понял. Он просто выходишь и тебя смоет в лицо такой. На! Ну, типа, чё, всё. Так и приплыли. И этот вепон сколько-то ещё продержится, конечно. Сейчас быстро себе не найду вепона, это вот печально. Не, ну ты как бы меня 68, блин. Три чарджа. Блин, ну почему? Дайте мне уже поесть. Пожалуйста. Сейчас на самом деле эта штука развалится, и вот немного печально. Отремонтируй, мне надо дрыниться отсюда. Отремонтировал, проверяйте. Эликсир of the Immortal. За что игра? Я на верхний этаж. Просто закину этот эликсир иммортала в этот. В... следующий трай. Легендарочка, блин. Охренеть. Это тоже можно в стол закинуть, как бы. Мне проще ремонтировать клейкой ленты этот свой плейт, чем... А вот починиться еще, ну ладно. Поздно уже.
Ладно, я передумал, я не хочу колесить. Хотя... Это флеш, это не стал граната. Я, ну, типа из этого могло что-то получиться. Главное очень быстро залутаться. Пытаться убить ту штуку. Он все равно по мне попал. Heavy bot. Вообще желание с ним не драться. Не туда выстрелил, отлично. Хорошая автоатака с приоритетами. Это очень интересно. Они вообще газ-то будут дамажить, нет? Ну, типа просто у газ-то дамага так-то нет. По роботам. Так, слегка. То есть многостоп мне, в принципе, пофиг. Да и на меня как бы тоже пофиг. А, ну, хер мне сейчас что-то сделать.
11 минут до Неоха. Выпусти меня отсюда, пожалуйста. Ушел. Варбот вообще без оружия. Как такое вообще могло произойти? Блин, слушай, ты ведь затрахаешь. Как бы понимаешь, что я сейчас Питему подставил жестко очень. Можно меня это? Не того самого, пожалуйста. Если меня отжарят, просто отжарят. Как бы 4 энергии. Ну чё, приехали, джи-джи. Я знаю, что должно упасть, чтобы вытащить трай уже. Вообще, на самом деле, мне надо было, чтобы мне пушка дропнулась. А это уже посос. Как бы сейчас у меня энергия закончится. Все. Я типа могу спасти. Могла типа меня спасти вот эта комната. Но там... Ёптстудей. Да я хорошо зашел. А, ну все, мне пушку сломали. Мне все оружие сломали, кстати. Ну, хорошая была пытка. Сейчас хоть посмотрим, что будет с роботом, когда у меня закончится энергия. Он просто отрубится, или у меня будет там слабость, там и так далее. Это очень интересно, кстати.
А патроны, конечно, у меня были. Только вот смысл был в них. Ну, давайте посмотрим. Он, скорее всего, просто подключится сразу. 3-9. Хотя нет, слабость. Там даже еще две обезьяны было. Я думал, на самом деле, что я, по идее, в теории должен был просто отключиться. Но игра сказала, что нет. Ладно, через 3 минуты. Продолжим Нио. Надо спать уже хочу. Ладно, посмотрим. Поехали. В общем, я пока стоп-старт стрима сделаю. Через примерно минут 5 увидимся.